часто даже в игре наших лучших команд. Атака кольца соперника срывается из-за неточных передач, потерь мяча при ведении, неверно выполненных бросков. Говорит заслуженный тренер СССР, старший тренер московского «Динамо» Евгений Гоминский. Уже неоднократно замечено многими нашими специалистами баскетбола, что техника большинства наших советских баскетболистов еще находится на достаточно высоком уровне и уступает хорошим техничным игрокам многих зарубежных команд, особенно американских, да и порой югославских. Основой для качественного исполнения технических приемов нападения является умение перемещаться в правильной стойке, сохраняя равновесие в любой ситуации. Высокотехничный игрок двигается широкими естественными шагами, умеет в любой момент резко без лишних заступаний остановиться или переключить скорость бега. Нападающий всегда должен быть готов изменить направление движения, чтобы освободиться от опеки защитника, так, как это делает ленинградский спартаковец Геннадий Капустин. 9 номер. Один из важных элементов игры в нападении – передача мяча. Передача должна быть точной, быстрой, своевременной и неожиданной для соперника. Существуют следующие способы передач. Двумя руками от груди, двумя руками от головы, одной рукой от плеча, сверху, снизу, сбоку, а также скрытые передачи. Передача мяча двумя руками от груди осуществляется одновременным разгибанием рук и заканчивается движением кистей и пальцев.
противодействии защитника можно отдать мяч с отскоком от пола площадки. Передача двумя руками от головы обычно используется при пасе к центровому. При этом мяч направляется только движением кистей и пальцев. В условиях плотной опеки соперников эффективна передача одной рукой за спиной. Передачу одной рукой удобно применять после дриблинга. При этом желательно не ловить мяч двумя руками. Одной из самых простых и быстрых является передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой сбоку применяется, когда защитник перекрывает большинство возможных направлений паса. Техничные игроки часто маскируют выполнение передач различными обманными движениями. Важнейшим элементом техники баскетбола является бросок по кольцу. Из множества различных бросков основным оружием в современном баскетболе является бросок в прыжке. Исходное положение для броска – ноги на ширине плеч. При броске правой рукой вперед выставляется правая нога. Тело уравновешено, мяч держится перед собой, взгляд направлен на корзину. С самого начала следует помнить, для точного броска необходимо правильное, устойчивое положение рук, ног и головы. Корпус и голова не должны отклоняться от вертикали. Любая неуравновешенность тела может помешать точному броску. Локоть бросающей руки должен быть направлен точно на корзину. Любое отклонение локтя в ту или иную сторону – ошибка.
При броске следует четко разграничивать работу рук. Правый бросающий и левый придерживающий. Левая рука активно работает только при замахе. В броске она не участвует. Начиная с точки прицеливания, всю работу по сопровождению мяча производит только правая рука. Любое участие левой руки в броске является ошибкой. Правильное положение рук. Неправильное. Правильное. Неправильное. Правильное. Неправильное. Правильное. Неправильное. Для исправления ошибки применяют броски одной рукой без поддержки другой. Кисть должна быть согнута и расслаблена. Завершать бросок нужно четким мягким движением кисти и пальцев. Кисть бросающей руки должна сопровождать мяч при броске как можно дольше, как бы следуя за ним и отрываясь в предельной для сопровождения мяча точке. Прицел и основное направление броску придает указательный палец бросающей руки, направленный перпендикулярно к плоскости щита. Соблюдение всех требований техники определяет правильное вращение мяча при броске назад на игрока строго в вертикальной плоскости. Чтобы освободиться от опеки и выполнить прицельный бросок, нужно правильно останавливаться с мячом после ведения или получения передачи. Остановка шагами позволяет опередить защитника, выпрыгнув раньше него. При ведении вправо последний шаг делается правой ногой. При ведении влево – левый. Но можно остановиться и прыжком, удаляясь при этом от защитника. Эффективным приемом для освобождения от плотной опеки является остановка и поворот с последующим броском в прыжке. Остановку лучше выполнять, приземляясь на обе ноги одновременно. Тогда любая из них является осевой и возможен разворот в любую сторону. Броски в игре производятся из различных положений в самых разных ситуациях. Поэтому мастера высокого класса
При совершенствовании тренируют броски с разных позиций. Однако в начальный период обучения для выработки автоматизма в исполнении технических элементов следует бросать с одной точки, вначале с места, затем после поворота. И далее после дриблинга. Совершенстве владеющий ведением мяча дриблингом может освободиться от атаки, обыграть соперника и атаковать корзину сам, а также создать хорошую ситуацию для завершения атаки партнера. При дриблинге следует постоянно находиться в правильной стойке и контролировать мяч, не глядя на него. Мяч должен быть укрыт от соперника таким образом, чтобы корпус дриблера все время находился между мячом и соперником. Посмотрите, как мастерски делает это московский динамовец Александр Сидякин, 11 номер. При идеальном дриблинге рука игрока должна как можно раньше встречать мяч и как можно дольше его сопровождать после отскока от площадки. Время контроля мяча должно быть максимально длительным. Мяч должен отскакивать примерно до уровня пояса игрока. При обыгрывании соперника можно применять перевод мяча перед собой. Перевод мяча между ногами. Перевод мяча за спиной. Разворот с ведением. Обманное движение туловищем. В технике выполнения этих приемов важным моментом является сочетание движений рук с работой ног.
Особое внимание следует обратить на работу ног. Эффективность обыгрывания во многом зависит от первого шага в момент смены направления движения. Этот шаг должен быть широким, быстрым и позволяющим укрыть мяч от опеки. Так, при переводе мяча слева направо, первый шаг должен быть выполнен левой ногой, таким образом, чтобы нога и корпус отсекали противника от мяча. Посмотрите еще раз, как правильно выполнять эти приемы. При плотной опеке весьма эффективен разворот приведения, при правильном исполнении которого защитники не в состоянии выбить мяч, надежно укрытый туловищем нападающего. В момент разворота мяч необходимо посылать как можно дальше, чтобы выиграть у защитника пространство. Высокорослым игрокам в условиях насыщенности обороны в ближней у щита зоне рекомендуется применять захлестывающий шаг ногой еще до разворота корпуса. Обратите внимание, как при правильной технике разворота мяч надежно укрыт от защитника. При неправильном исполнении, когда в момент разворота осуществляется смена ведущей руки, у защитника есть возможность овладеть мячом.
Для виртуозного ведения мяча при исполнении сложных технических приемов, наряду с работой ног, важное значение приобретает быстрота рук. Для этого может быть предложен ряд упражнений на ведение, жонглирование мячей.